Всем привет. Вчера Андрей дал, она туда не смотрели, да? Турбину слингшот 17-метровый. Очень понравилось. Понравилось в первую очередь тем, что я на нем поехал. Я реально вчера первый раз поехал. Зарезался, очень послушный кайт, очень управление такое понятное. Что там триммер, да, вот этот вот, который затягивал, да. Удобный. Ну, в первую очередь понравилось то, что он не падает. Он падает, но рестартится просто замечательно. Вообще никаких усилий, даже из доски не пришлось, ну, скажем, вылезать. Причем ветер был, ну, 5 метров вчера. Ветер, да, ветер был не очень сильный. Вот, я как бы достаточно крупный, и он меня таскал очень хорошо. И, ну, я реально, я вот со своим опытом, да, я вот совсем новичок, зарезался, именно зарезался против ветра. Ну, доска была 160. Ну, это уже нюансы. Кто на них обращает внимание? Вот, классный кайт, слингшот, турбина. Турбина, да? Да. 17-метровый. Все, спасибо.